Здравствуйте, друзья! Это канал «Веселый инженер». Меня зовут Андрей. Угадайте, что за оборудование находится сейчас за моей спиной. Это станок компании Vigil. Вернее, не станок, а обрабатывающий центр. Он позволяет обрабатывать корпусную деталь достаточно сложной конфигурации, обрабатывается одновременно две детали, и помимо высокой производительности можно добиться с помощью данного оборудования отличного качества с точностью до 5 микрон. Все происходит в автоматическом режиме, остается только наблюдать в окошко, как ваша деталь обрабатывается и как разлетается стружка во все стороны. Ну, сейчас мы об этом поговорим и посмотрим весь цикл обработки данные детали, поэтому не переключайтесь, ставьте лайки. Погнали! Итак, друзья, давайте же рассмотрим, какая деталь обрабатывается на данном оборудовании компании Vigil. Итак, смотрим. Это картерная деталь. Как видите, здесь есть плоскость, есть такие вот отверстия. Вот эти вот колодцы, которые находятся на достаточно большой глубине. Глубина больше 120 мм. Естественно, требует от нашего оборудования высокой жесткости в изготовлении. Что сказать? Картерные детали и вовсе составляют большую проблему на производствах. Требуют специальных приспособлений. Плюс за счет того, что точность литья, это все-таки есть определенные погрешности в данном виде получения заготовки, то большинство поверхностей предпочтительно обрабатывать за одну установку, что в принципе и делается на данном оборудовании. Зажимное приспособление. Какое же используется зажимное приспособление? Естественно, это гидравлика для надежной фиксации. Это спецприспособления, которые изготовлены под конкретную деталь. Но в чем особенность? Имеется два стола с возможностью качания. На столе находятся две поворотные плиты, которые вращаются в барабане. Как вы видите, имеют возможность поворота вокруг своей оси. Чем это удобно? Это позволяет обрабатывать детали со всех сторон с минимальным количеством переустановок, а также производить загрузку деталей в момент, когда с одной двух позиций здесь обрабатывается деталь, происходит, так сказать, металлообработка, то другая позиция, можно спокойно заменить детальки и потом при повороте уже готовые детали снова снять и заменить, экономится значительно время. Итак, способ установки детали на станок. Вот так деталь лежит на столе, то есть у работника. Да, потом он берет специальное приспособление, которое также подобрано компанией Vigil и компанией Евростанком, которая, кстати, компания Евростанком является поставщиком данного оборудования и поставляет достаточно большой спектр металлообрабатывающих станков. Поэтому, если вы хотите приобрести отличное оборудование и заказать под ключ внедрение какой-то детали, то ссылочки все будут в описании. Переходите, заказывайте качественное оборудование у проверенных поставщиков. Итак, способ установки: зажим детали. Видите, специальный захват, который исключает его выпадение, и деталь устанавливается в оборудование. Далее мы посмотрим более конкретно, мы рассмотрим само видео, и вы поймете, какой инструмент комбинированный используется и в чем вообще особенности станка Vigil TM500B. Вот он сам этот станочек, ну вы в принципе уже в самом начале могли лицезреть это оборудование, да, но давайте пройдемся еще по определенным особенностям. Производители: компания Vigil, тип станка: станок двухшпиндельный, пятиосевой, одновременно управляемый по трем осям. Какие же особенности, которые выделяют данный станок от своих, отделяют оппонентов? Шпиндель HSK-100A. Два шпинделя. Это весьма жесткий, с большим диаметром и очень-очень жесткие шпиндели, которые позволяют нам, в принципе, добиваться определенного качества обработки и выдерживать технические требования, которые предъявляются к отверстиям, находящимся на большой глубине. Магазин инструмента Pickup, отсутствует автооператор. Смена инструмента 3-5 секунд. Тоже в видео сейчас вы поймете, что такое отсутствие автооператора, то есть нету никаких лишних движений, только выгрузка инструмента производится для его контроля. Тоже есть приспособление для контроля. Все дальше в видео. Скорость перемещения рабочих органов 50-60 метров в минуту. Поверьте мне, это достаточно быстро.
Количество одновременно обрабатываемых деталей 2 штуки. То есть 2 штуки одновременно устанавливаются на наш стол, потом поворачиваются, попадают в зону резания, и происходит съем стружки, в принципе, без проблем. Вес станка 20 тонн, что, в принципе, потребует от вас при установке дополнительного, скорее всего, фундамента. А сейчас давайте перейдем непосредственно к видео и посмотрим, как же производится весь цикл изготовления деталей. Итак, вот смотрите, сам станочек, да, вот такая система у него управления Sinumeric, так. Вот видите, два шпиндера вот этих мощных. Вот сам магазин, вы видите, как можно менять. Ну, потом видите, как это происходит. Вот захват производится детали. Видите, надежное крепление. Все, деталь пошла в зону обработки. Устанавливается на приспособление. Все, установлена деталь. Дальше она зажимается гидравликой. И, как видите, поворот стола подается в зону резания. Здесь уже снимается готовая продукция. Оправки все жесткие. Видите, достаточно большой диаметр. Так. Это не смена инструмента, это инструмент идет для контроля и замены пластин. Плоскости фрезеруются. Обильная сошь, 70 атмосфер под давлением поддается сошь, что тоже не дает инструменту нагреваться. Так, достаем детальку, вот они как выглядят, как эти детали смотрятся великолепно. Ну, контроль производится, конечно, диаметры проверяются на соответствие размерам, и снимается шероховатость, то есть параметры шероховатости. Если все соответствует, то работа продолжается. Вот приспособление для контроля инструмента, тоже дополнительно может быть поставлено со станком компании Vigil или с другим оборудованием. Так, устанавливается инструмент. Ну, также видите, есть различные комбинированные инструменты, о них будет отдельное видео. Это позволяет, видите, по нескольким координатам посмотреть, как установлены пластины, насколько они выступают, чтобы не произошло так, что одна пластина будет резать больше, чем вторая. Сейчас давайте посмотрим самое такое видео без сош, как происходит обработка. Итак, вот смотрите, как она обрабатывается. Вот пошло, да, расточка там отверстия. Производится растачивание, да, фрезерование канавок. Раскатка производится отверстия. Это такой самый метод хороший для получения точного отверстия. С хорошей шероховатостью и размерами. Видите, комбинированная расточка такая идет. Тут несколько позиций режущих пластин, которые обрабатывают одновременно. Каждый набор пластин делает свой диаметр. Это помогает очень сильно сэкономить время обработки, ну, то бишь его уменьшить. Так, обрабатываем. Видите, как бы поворот, как удобно повернули, да, здесь пошли фрезеровать плоскость, да, очень удобно. Вот этот вот стол поворотный, это, конечно, вообще находка для именно обработки таких вот крупногабаритных картонных деталей. То есть обработка за одну установку — это выход, так сказать, чтобы сделать качественно и достигнуть определенной перпендикулярности и соосности отверстий и перпендикулярности торцев. Так, фрезеруем. Ну, в принципе, сам принцип работы станка Vigil TM500V вам понятен. И картерные детали обрабатывать на таком оборудовании, ну, просто милое дело. На этом все, друзья. Следующее видео будет, скорее всего, с завода. Мы поедем контрольно-измерительную машину рассматривать. Будет очень интересно, поэтому подписывайся, ставь лайк и обязательно жми колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Пока-пока.